Добрый вечер. Сегодня очень трогательный, важный для нас момент. Спасибо, что вы все пришли нас поддержать в этом. У нас сегодня первый концерт нашего нового коллектива, который, к сожалению, пока не имеет названия, потому что мы, в общем, не так давно собрались, но я думаю, что это не принципиально. И как это происходит при рождении любого ребенка, в общем, нам понадобится помощь разнообразного, ну, так скажем, медицинского персонала, которым будете вы. То есть будете осуществлять родовспоможение некоторых при этом событии. Начнем мы с... забыл сказать важную вещь. Большое спасибо клубу Алексея Семеновича Козлова, Араику за предоставленную великолепную сцену. Всех здесь присутствующих также приглашаю на все другие концерты, которые здесь проходят. Здесь, на этой прекрасной сцене, играют только самые лучшие музыканты страны. Так что, в общем, приглашаю вас. Начнем мы, чтобы как-то создать настроение, с простой, доброй песни. Когда мы ее репетировали, мои товарищи, вот, кстати, сразу же их представлю. Сергей Сокуляр, контрабас. Ростислав Шаловский, ударный. В общем, когда мы эту песню начали репетировать, мои коллеги сказали, что это что-то про утро. И, скорее всего, утро в деревне. Ну вот сейчас и посмотрим. Thank you.
Теперь пару слов про следующую вещь. Бывает так, что ты смотришь на человека и видишь, что он улыбается. И тебе на первый взгляд кажется, что у него все замечательно. Но потом ты понимаешь, присмотревшись к нему, что улыбка у него крайне неестественная. И вот в этот момент ты задумываешься, что совершенно неизвестно, что с этим человеком случится завтра. Вот мы пытаемся сейчас вам это показать.
Спасибо большое. Еще раз представлю замечательных своих товарищей. Сергей Сокуляр, контрабас, Ростислав Флоревский, ударный. А сейчас будет тема воспоминаний, потому что так бывает, когда что-то вспомнится из прошлой жизни, что-то очень романтическое, что с тобой происходило, и так тебя захватывает, что ты начинаешь так погружаться и обратно проживать свою прошлую жизнь, как раз до того самого момента, пока ты не осознаешь, что, в общем, а и хорошо, что оно все прошло, потому что сейчас у меня много чего другого происходит. Thank you.
вам огромное. А про следующую вещь скажу чуть-чуть побольше, чем про предыдущие три. А, я думаю, что вы все помните историю про Элли и Изумрудный город. А, и она и ее друзья, когда шли к волшебнику, они все очень долго и подробно обдумывали, что же они ему скажут. А в итоге, когда они туда пришли, все оказалось совершенно по-другому. И, в общем, не так, как они к этому готовились. Вот сейчас мы вам поиграем, а вы подумайте, что бы вы сказали, попав к волшебнику Изумрудного города, и о чем бы его попросили. Thank you.
перед перерывом коротенько. У каждого из нас есть мечта о полете. Сейчас мы, наверное, каждый ее по-разному себе представляет. Кто во сне, кто так. Сейчас мы попробуем вам показать, как летаем мы. Thank you.
Спасибо огромное, маленький перерывчик. Ну, я думаю, что мы продолжим, чтобы сильно не затягивать. Вот. Там мои товарищи сейчас подтянутся. У нас во втором отделении будет сюрприз. С нами будет выступать великолепный гитарист Виталий Гудков. Мы его в середине отделения позовем на сцену. А сейчас пока мы коротенько сыграем три песни. Сыграем. Потом, если что-то захочется, я скажу еще в процессе между ними. Thank you.
я человек, который любит академическую, серьезную академическую музыку издалека, потому что не довелось такого счастья учиться с детства по-серьезному. То есть я ее оцениваю как, ну, грубо говоря, что слышу, то слышу. Вот. Мне как всегда хотелось как-то сделать нечто похожее, чтобы и гармонии были похожие там, на какие-то там, романтизм там, 19 века и мелодия. Ну, у меня толком никогда этого не получалось. Но есть одна попытка, которую я считаю таким неким намеком на то, что бы я написал, если бы моя фамилия была Шопен. Вот сейчас эту попытку я вам предложу, а уж вы посмотрите. Thank you.
Спасибо огромное. А теперь для тех, кто досидел, главный сюрприз вечера. Мы приглашаем замечательного гитариста, нашего товарища Виталия Гудкова. Он нам поможет триумфально завершить этот концерт и вольет свежую струю в наше звучание. Собственно, две из трех вещей, которые нам осталось сыграть, написал Сергей. Я думаю, что сейчас просто действительно вольется свежая струя в наше звучание, потому что сначала была моя музыка, теперь музыка Сергея. Сереж, ты что-нибудь скажешь про свои песни? Нет? Лучше сыграешь? Понятно. Отлично. Пока Виталик подключается, я скажу, что первая песня называется «Ветряная мельница». Ну, мне трудно рассказывать, какие ассоциации испытывал Сережа, ну, изготавливая эту песню, но мне она очень нравится. Вот, я надеюсь, что и вам тоже понравится. Thank you.
нашему смертельному Василию Сыгуля выявляет число «Железного Тора». Ну и мы плавно подошли к завершению нашего концерта, совершенно неожиданно. Последняя вещь — это гимн «Доминант септаккорду». Потому что других никаких тут нет, ну, не будет аккордов в этой песне. Но как бы то ни было, из пяти штук, которые там встречаются, доминанты в любом случае останется только один. Вот и посмотрим, какой из них выиграет. Thank you.
Спасибо огромное. Еще раз представлю. Виталий Бутко. Сергей Соколев, контрабас. Ростислав Шароевский. Спасибо огромное. Спасибо за то, что пришли. Ждем вас в следующий раз. Следи за афишами. Спасибо огромное. До свидания.